И у меня вот тут был лист еще с бронзовыми медалями. У юноши в этой весовой категории грузинский спортсмен Лука Гадели из Молдавии Василий Чериасов завоевывает бронзовую медаль. Это следующий финал весовой категории 48 килограмм. Вы видите Трофимова Анастасия на ваших экранах в красной форме. И ей будет противостоять спортсменка из Белоруссии Дзияна Жукова. Пожали руки. Борьба. Абдулоев Махмуд, арбитр встречи. Узбекистан. В атаке российская спортсменка делает растяжку. Рычаг бедра. Сдача. Девушкам не так-то просто, признаюсь, делать рычаг бедра, поскольку растяжка у девчат иной раз получше. Но вот сейчас, посмотрите, и все было грамотно сделано. Действительно, ноги были так вот очень хорошо растянуты. Трофимова Анастасия, Россия, завоевывает золотую медаль весовой категории до 48 килограмм у девушек. И я сейчас вам назову бронзовых призерок в этой весовой категории. Это казахская спортсменка Гузаль Аюпова и украинская спортсменка София Бородинский. И сейчас, конечно же, церемония награждения. Все герои предстанут в красной форме у пьедестала, получат свои награды. И чемпион, в честь чемпиона прозвучит гимн национальной сборной, ну, гимн страны, конечно же. Итак, у пьедестала подсчета весовой категории до 48 килограмм девушки. Бронзовыми призерками стали спортсменка из Казахстана Гуазай Аюпова и украинская спортсменка София Бордениских. Ну а серебро у белорусской спортсменки Дзияне Жуковой. Выиграла же в этой весовой категории первенство мира Анастасия Трофимова, сделав хороший болевой прием рычаг бедра. В простонародье растяжка.